Резкое потепление в столице обернулось бедой. Снегопады на прошлой неделе и сегодняшняя оттепель привели к затоплению нескольких улиц. Одну из них в спальном районе Киева затопило полностью. Вода поднялась почти на метр. Причина наводнения выясняли наши корреспонденты. На улице Фанерной ни пройти, ни проехать. Она полностью затоплена. Утром движение было парализовано. Одним водителям пришлось вытаскивать свои машины из воды. Но были и те, кто оставил здесь колеса. Приезжал сюда, это отрезок дороги. И на середине стоит колюжи. Вот, как видите, проріз колеса. Переді мною стоял Ланус тут, який якраз вже поміняв колесо. Рядом находится станция Киеводоканала. Там говорят, что причиной затопления улицы стала неисправная дренажная система, которая не справилась с большим объемом воды после таяния снега. А эти проблемы постоянно. Здесь постоянно наводнение. То есть этот канал был сделан меньше размерами, чем он должен быть. И дренажная система была построена не по проекту. Это номера, которые люди потеряли за сутки в течение полудня. Жители соседних домов, мягко говоря, не в восторге. Шутят, живут как в Венеции. Их постоянно заливает. На этой же улице находится общество незрячих. Здесь работают люди с особыми потребностями. И каждый день сталкиваются с большими проблемами. Люди, которые болеют, они не могут ходить на работу, потому что здесь вода. Обойти это место просто невозможно. Никто из представителей дорожных служб или ГСЧС на место происшествия сегодня так и не явился. Кто отвечает за ситуацию на этом участке дороги, мы пытались выяснить в Киевской горадминистрации. Ответа пока не последовало. Лина Зеленская, Сергей Еременко. Подробности телеканал «Интер».